У каждого свои предпочтения и вкусы, но лично я вот просто обожаю готовить грибы на сковороде в домашних условиях. Это быстро, вкусно, просто, а уж какой аромат от них стоит, не передать словами. Уверена, что вы тут же возьмете себе на заметку этот простой рецепт грибов на сковороде, в сочетании с яйцами зонтики обретают более нежный вкус, да и омлет становится настолько ароматным и аппетитным, что даже те, кто не привык завтракать, устоять не смогут. Так что вот вам рецепт приготовления грибов на сковороде, желаю удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Грибы мыть запрещается. Аккуратно снимаем все хвоинки и прочий мусор, а также несъедобные части. 2. Обжариваем солью и перцем. Как только поджарится с одной стороны, переворачиваем и тут же вбиваем яйца. 3. Когда такой омлет уже будет легко отходить от краев сковороды, можно снимать с огня. Угощайтесь! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Грибы зонтики, 500 грамм. Яйца, 2 штуки. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!